потенция и импотенция, собственный опыт. Опишу собственные усилия по восстановлению потенции. Так, если кто хочет сразу и бесплатно, вам на другое видео. Я возился недели 3 и использовал аппарат Diadens PKM. Работы немного, нужно водить электродами по определенным точкам, минут 10-15, потом по другим точкам и так далее. Сейчас опишу точки. Первое. Вводим по пояснично-крестцовой зоне, выявляем особо болезненные триггерные точки и зоны и обрабатываем их в режиме терапия на частоте 60 и 77 Гц на среднем энергетическом диапазоне по 5 минут каждую. Кстати, полезно не только для восстановления потенции, но и для других заболеваний тазовых органов. Второе. Зона промежности, зона мошонки. В режиме терапии на частоте 60 и 77 Гц справа и слева минут по 10. Третье. Универсальные общие зоны удобнее всего использовать кисти и стопы. Смотрите схемы Суджок. Ищем на режиме тест или скрининг болезненные триггерные зоны и обрабатываем по 5 минут 2-3 точки. Я использовал точку Цзусанли. Посмотрите ссылочку под видео. Ромб Михаэлиса. Мощность можно увеличить, поскольку кожа толстая и малочувствительная. Частота 20, 60 или 77 Гц. Вводить электродом по зоне, не отрывая от тела. Пятое. Зона полового члена. Головка и уздечка. Режим терапия 60 и 77 Гц. Шестое. Можно добавить аурикулярные точки для полноты воздействия. Тогда потенция точно зашкалит. Хотя мне хватило и без этого. Обработка проводится с помощью точечного электрода. Первую неделю результат вроде не прибавлялся, а потом плавно возрос, и к концу третьей недели каждое утро кошмары снились. Если у кого-то проблемы с потенцией, рекомендую. Заодно подписывайтесь на канал Medical Advice, и следующее видео попадет к вам без задержки.